на глаз ты примерно выглядишь. Ну я тебе сказал, я не могу. Так это моя вот это. Ну так моя, твоя, блин. Они лежат в одной куче, блин. А что гравера под этим не поставил? Ты потом. Да не да, это сразу хули, да. То есть что потом откручивать, мы больше не будем откручивать. Так сначала шайбу пили, потом гравер. Ну шайбу, да, гравер, а что ты без гравировки их поставил? Мне их всего два. Где их еще тогда достать? А что ты не сказал, что я буду красивый? Ну что, тоже понимаешь? Ничего ты знаешь, если есть чем-то лучше, то знаешь. Потому что гаек таких нету, блядь. Ну, думают, у меня должны быть, ну, блядь. Да, вот это вот, хорошая гаек. Ты сильно на близко не приближаешь, как ты маленько снимаем и далее. Чего ты слез отсюда ответил? Да там ничего не видно. Все хорош, маленько снял на пол. А запись? Как мы строили, строили, наконец построили. Работаем. Тихо, Сварач, не тихо, куда ты? Куда ты будешь? По нему проехал. Стой, стой, куда ты полетел-то? Ты колесо поверни в другую сторону, назад отъедем. На куда ты по сварке-то едешь? Не сугробы, да? Вика, я тебя убью. Ты не на следующем стоят, где стоит. Все. На куда ты вообще попернул? Так, подожди. И себе эту брать надо. Ты торопись. Сиди нахуй. Сиди нахуй. Сиди нахуй. Я бы заезжал, не видел, как дела. Все заедет. Ну я-то по твоей траектории не знаю, давай тогда ты заезжай. Я вообще не представляю, как колесо сейчас выкатывает. Поднимай тут сторону. Ты нахрена там, вместо колеса будет сзади. Одного. Я думаю, не насадишь. Шишка, блядь. А, поцарапал, поцарапал. Тихо по ноге меня, блядь. Рано, вроде. Ну все, иди в дом этот, зайди в гараж, гаража снимай, заводи. Чтоб снег-то не попал на камеру, значит, куда-то на улицу вышел. Ничего не видно. А то слышно будет. А чё он тебя в разнос пошёл? Не знаю. Может, когда-то уже не рассчитан на эти дела. На какие? Может, бензин кончился? Может, и бензин кончился. Может, на этом всё? Да ну не. А работай, смотри, блядь.